прыжок веры. Хай, ребята. Сегодня мы будем играть в Сталкер Зов Припяти. В прошлой серии, как вы можете помнить, мы нашли артефакт Колобок, исследовали вертолет, не помню какой, но он находился вот тут, в аномалии Железный Лес. И сходили к наемникам. Взяли у них инструменты. Но, к моему большому сожалению, так сказать, все это на стриме очень плохо выглядело, так как интернет, скорость скачивания у меня хорошая, а скорость отдачи у меня плохая. Поэтому стрим получился очень плохим. Не рекомендую вам его смотреть. И мне пришлось сделать такое, коротенькое видео, где я из стрима взял кусочек. Сейчас давайте мы пойдем поспим, потому что, вот как его зовут, в общем, Кардан спит, и нам надо починить мои вещи. Давайте прям до утра поспим. Так, давайте скажем ему, что принесли ему КПК. Мы нашли его, да, на возле аномалии Соснодуб, да-да-да, КПК шутника. Ну да, он расстроился. Так, надо ему инструменты дать, точно. Для тонкой работы. Как отсюда выйти? Называется Сталкер, долго не играл. Так, я решил узнать у Сыча информацию от про вертолеты. 200. О, дешево. Угу. Так, информации у него больше нет. В общем, он нам сказал, что нужно с Ноем поговорить для того, чтобы узнать, как попасть на, на площадку, где вертолет, в общем, упал. Спасибо, я пошел. Ну, давайте, что ли, не знаю. Я хотел бы сначала сходить на сгоревший хутор. Ну, вернее, тут где-то пещера была рядышком. Вот туда я схожу. Ну, пошли. Ого, опять хряки. Так. Что-то мне не нравится. Лучше давай калашниковым. Где еще один хряк? Блин. Я играл, в одну игру. Valorant. И там надо, чтобы точно стрелять, приседать. Вот я и присел случайно. Пойдем дальше. Еще один хряк. Ого, смотри, как залез. Давай. Так, он испугался. Пошли дальше. Вот здесь, кажись, вход в пещеру. Да? Правильно я сказал? Ох, ёлки-палки. Где мои болты? Во, болт. Нажмите 6, чтобы достать болт. Так. Ага. Где-то здесь артефакт. Надо быть осторожным. Кстати, можно было броню не чинить. Здесь новая броня лежит. Так. Ой. Так, где можно пройти? Вот тут, кажется. Ага. Как интересно эта аномалия называется. Ох, ёлки-палки. Уходим, уходим. Артиллерия бьет в наш сектор. Но это не артиллерия, это... Но... Ну, вы поняли. Ёлки-палки! Быстрей! Птичка! Блин! Я забыл про артефакт, но ладно, я пошел. Зачем мне ножик вообще? Я ищу трупы, да, вот он.
Это баржа, да? Да. У него, смотри-ка, тут броня есть. Улучшенная, да-да-да. Давай-ка мы ее оденем. Я сказал, оденем. Так, вот моя. Вот эти вещи заберем. Ого, патрончики. Вот еще. Кардан, алкаш старый. Как набухается, зад от стула оторвать не может. Ну да как же? Тут надо получше осмотреться. Придурок. Еще и на нас шутников наехал. Молодые мы типа слишком. Ни черта не сечем. Шутник тоже хорош. Обиделся, схватил рюкзак и фить сердцами. Пока я кардана успокаивал, свалил в неизвестном направлении. А мне что теперь, со старым идиотом пухать? И вот это дерьмо. Фу ты. Тьфу ты. А так классно все начиналось. A few moments later. В общем, что произошло? Я, называется, сохраниться забыл. И там все заново ремонтировал. И еще решил оружие улучшить свое. Броню я не отремонтировал, потому что тут есть, как я уже говорил, новая броня. Броня баржи. Так, сначала давайте артефакт возьмем. Я что-то про него забыл совсем. И где он находится? Ёпа. Я понял, где он находится. Ох, 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 нет, нет. Все, мы взяли его. Ох. Ломать мясо. Ну, хороший артефакт. Точнее, дорогой. И это его можно, по-моему, в одном задании отдать. Так. Перепрыгиваем. Я сказал, перепрыгивай. Ну, вроде как перепрыгнули, но нам пойдет. Ладно, сохранится сейчас. Берем. Кардан, алкаш старый. Как набухается, зад от стула оторвать не может. Ну да как же? Тут надо получше осмотреться. Придурок. Еще и на нас шутников наехал. Молодые мы типа слишком. Ни черта не сечем. Шутник тоже хорош. Обиделся, схватил рюкзак и фить с концами. Пока я кардана успокаивал, свалил в неизвестном направлении. А мне что теперь, со старым идиотом пухать? И водка это дерьмо. Тьфу ты. А так классно все начиналось. Так, все. Слышали мы историю ихнюю? Ну, такого слова, конечно, вроде как не существует. Но ничего. Еще один артефакт. Артефакт? Ты где, а? Так, надеюсь, нас эта фигня не заденет. Так, как взять-то его? Тут все такие артефакты сломанные. Их надо болтом. Ну как взять-то? Ну, о, пойдет. Сохраняемся. Пойдем дальше. Ой-ой-ой. А, ладно, я думал, я сейчас сдохну. Проходите, пожалуйста. Еще один артефакт. Ну, дайте. В том направлении. Получается. Или нет? Нет. Сюда, значит. Так. Как будем проходить? Там же, да, артефакт. Ну, на счет 3, 2. Сейчас сохранись. На счет 3, 2, 1. Аптечку жри. Нормально, прошли. Фух. Я уж думал, не пройдем. Да, тут опять то же самое. И раз, и два, и три. Да проходи ты уже. Опять на потолке. Не надо. Так, тут вот эта фигня работает, надо. Химзащита, вот, съедаем. Нет. Так.
Надо взять. Где? Да что такое? Где он? О, видно. Теперь вижу. Нет? Нет? Короче, он должен быть где-то рядышком. Вот он. Вот он. Взяли. Теперь давайте аптечку и бежим. Ну вот. Давай еще раз. Так. Вон он. Выбросила бы его куда-нибудь поближе, а? Так, я схватил, нет его? Нет, не схватил. Где он? Вот же он лежит. Как его схватить? Нет! Схватил, бежим. Все, сохраняемся. Потратили кучу аптечек. Зато я доволен. Ага, сейчас давай, куда пойдем? Узнаем дорогу у Ноя, да? Ну давай. Сейчас будет интересно. Кто ни разу не видел, что тут будет. Сейчас будет интересно. Убирайтесь, тварь! Сейчас перестреляю всех! Вроде можно, да, заходить? Здорово! Мы просто сталкер, да-да-да. Не бойтесь нас. Так, давай спросим про вертолеты. И спросим, как на плато. О! Че, так легко? Ну ладно. Катсцена. Внимательно следи, как я иду, а потом сам двигай. Нифига тут, конечно, аномалий. Сложно. Ну, вернее, легко. Но я думаю, сейчас будет сложно. Телепорт? А где тут графика? Что-то не понял. Тут фиг пройдешь. У меня есть защита от термо... Ну, короче, от перегрева или нет? О, смотри, какой хороший артефакт. Короче, вот мы два артефакта надели. Я думаю, они нам помогут. Пошли сейчас по пути его. Главное не торопиться. Блин. А, нет, не так уж и сложно. Ух. А тут есть артефакты? Нет, нет. Ну, прыжок веры. О. Так, и теперь что? Вот это здорово сиганул. Ну ты заходи, если что. Ага, он домой походу пошел. О. Тут наверняка есть артефакты. Что это? Что это? Что это? Контролер? Где? Ну ладно. Ну тут явно контролер. Или полтергейст. А, это полтергейст, наверное. Ну-ка. Во, вон он. Круто, да? Честно. Очень даже честно. Так. Тут аномалий нету. А вот тут начинается горение. Моего... Ох, елки-палки. Я понял, не стоит суваться. Дай-ка я подпортившуюся броню надену. Или не стоит?
Эй, ладно. Ее не жалко. Колбаску съедим. Эй, а почему у меня артефакты снялись? А, ну да. Все готовы. Так, сейчас я посмотрю, как они проходят, эти странные штучки. Так, подожди. Какого хрена? Давай. Так, сейчас к нам идет эта фигня. Все? Или нет? Ёлки-палки. Или нет еще? Блин, тут у меня явно жизнь кончается. Ах, ёлки-палки. Ёлки-палки. Аптечка. Нифига себе, я такой артефакт раньше не видал. Так, здесь безопасно вроде как. Нет. Ой-ой. Так, что за артефакт? О, термозащита. Ну, как раз то, что нам на данный момент требуется. И все, там больше ничего нету. Походу нету. Пойдем. Нет. Нет. О. Можно снимать эту броню. Ёлки-палки. Все, теперь точно можно снимать. Ой, это не то, это не то. Так, кто там? Так, давай ему поможем. Я все-таки... Бандиты, да? Все, да? Странно, я помог, конечно. Ну ладно. Не пойдет. Побежали дальше. Погоди. О, смотрите, какое у нас солнышко, какое красивое. Ой, так. Как тут пройти? Давай, давай, давай. Блин, а? Неужели я лоханулся? Ну, неужели тут нет прохода? Ну, ёлки-палки. Ну, как так-то? Чё, нету, что ли? А, вот же. Так, раз. Не, нифига. Отсюда можно попробовать. Давай. Ах, раз. Да блин, а. Ну тут же можно залезть. Наверное. Ну, 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 ну. Ну вот. Ладно, короче. Я думаю, мы уже долго снимали. И думаю, что стоит на этом закончить. В следующей серии мы опять пойдем на плато. Ну, то есть вот сюда. Я так понимаю, тут больше нельзя это залезать. Придется снова через идти через портал. А где был тот портал? Что-то я не понял немножко. Так, погоди, а где реально? А! Все, вот вижу. Понятно. Ну, короче, спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Напишите, какую игру еще поиграть или какое видео снять. Ну, а всем попутного ветра.